Конечно, ты же умный мальчишка. Вовка говорит, уже все там готовченко. Ну, чтобы все видели, давай свет включим. Так, подожди. Вот. Ой, все запотело. Буквально за 10 минут перед этим я смазала все яйцом. Яйцом и яичком. Вот такие мы красивенькие, да? Так а воздух берез, да? Ой, а тут вообще яичница. Аккуратнее, горячая. А тут вообще яичница. Так, подожди. Сейчас я эту... Где палка-то, селфи? Селфи-палка. Ты пока держи сам. Давай, ты мой помогай. Расслабься. Как расслабиться, да? Расслабиться, да? Телефон упадет, да? Спасибо. И будешь спать так. Вовка, да? Мой помощник. Короче, Вовка сегодня у нас дегустатор наших булок, да? По маленькому кусочку, да? Подожди, стоп. Стопе. Не на... Дегустаторы едят по маленькому кусочку, да? Да, чтобы это почувствовать прям весь вкус. Да. И не потолстеть, да, так? Конечно. Так, это я. Это я. Нет, это, наверное, я. Я хочу это ее в разрезе посмотреть. Просто посмотреть и показать. Да, угу. Что мы с тобой наделали? Блин, аж хотела корицей посыпать. Данька говорил, еще посыпь этим сахаром. Ну-ка, Вовка, пробуй. Вот это. Что тебе попить-то дать? Давай что-нибудь холодненького. Есть ряженка. Будешь ряженку? Давай. Есть, конечно, кола, но я думаю, лучше булку съесть. Съесть лучше ее с ряженкой, с каким-то молочным продуктом. Ну да. На. Это ведь полезно, да? Конечно. Я не распробовала. Мукбанчик небольшой. Сейчас всю тарелку съем, не распробовала, да? Не отходя от кассы. Пробуй чуть-чуть. Пробуй, да пробуй. Новый год, Новый год. На-на-на-на, а я буду кричать все мои любимые песни. Садись за стол. Иди сюда. Нет, вон сюда. Блин, я ж ей захотела, правда. Возьму еще. Ты тут будешь сидеть. Слушайте, вот эту вот бумагу я взяла. Знаете, где я взяла? В Галамарте. И вот она нормальная. Вот, легко отлепляется. А помните, до этого я готовила, все никак не могла отлепить ничего. А ту я брала в Светофоре. Вот. Так что не рекомендую. Не рекомендацион. Светофор. Бумага. Красный, синий, да. Зеленый. Ты вообще как лягушка, ну. Ты вообще как лягуха. Давай, ешь и говори. Что ты вообще ощущаешь, когда ешь мои булки? Просто лайк. Как лайк? Вкусно очень. Вот домашние, они есть домашние. Вот прям ни с чем не сравнишь, ни с какими. Магазинскими, воздушными, красивыми. Вообще здорово. То молодец. Мы с Вовкой молодцы. Дай пить. Раньше, когда я была маленькая. Раньше же, помните, пока вы эти продавали кефиры в бутылочках в стеклянных? Я помню, мама привезет кефир, там, с клубникой тогда пошли. Это уже потом, как сказать, ближе уже к перестройке, наверное. Или уже после, может, перестройки, когда вот клубничные пошли, дыневые, но еще в стекле. И вот привезет кефир, булочки, и сидишь с булочками, кефир наяриваешь, вообще такая красота. Еще так много, да, кефира. Угу. Бутылку за раз. Классно, да? Кушай, давай.
Оно легко делается? Кто? Эти булочки. Ты что, у тебя не было, что ли, сегодня, пока мы с Вовкой делали? А, так мы... Так это легко, да? Да, конечно. Вообще фигня. Так что делать? Во-первых, легко. Угу. Во-вторых, вкусно очень. Легко и вкусно. Угу. И... Вместе проведете время, да? Угу. Так, так, что я хотела сказать. Короче, можно сделать все. Стоит только захотеть, можно в космос полететь. Так что, скоро будут торты тут петь, да? Аж заплювалась. От вкусноты, да. От вкусноты и от мечтоты. Будешь? Ладно. Ешь, ешь. Пока. Пока-пока. Видишь, как вкусно, у меня даже язык не поворачивается. Занят поглощением пищи. Там еще есть ряженка. Если что. Ой. Упала. Чуть ли не кверх ногами на пол. Мимо стула. В эфире. Ой, как вкусно. Кстати, суп мой очень вкусный получился. Такой наваристый. Я сегодня чашку съела, Данька съел чашку. Потом мама приезжали с Димой, поели немножко. Такую чашку? Я вот такую. Данька такую же. Даже такую, да? Сейчас съем. Да ем, не могу на нее смотреть. Надо было сахара все-таки посыпать, да, чуть-чуть? Угу. Сейчас, наверное, уже поздно. Ну да, так-то. А будильник? Я говорю, все, уже темно стало. Темно уже стало, пока мы пекли, тут стряпали. Я вообще жду, когда мне позвонит этот телемастер и позовет меня на замену. Думала, он сейчас позвонит. Мы с Вовкой пойдем. Это же как раз под мостом, где около стадиона. Думаю, я ему оставлю тачку, и мы с Вовкой пойдем на горки, да? Угу. Что-то никто не звонит, не пишет. Обманщик, да, несчастный. Обманщик, да, он мне сегодня обещал. Обманывать хорошо. Угу. Тем более таких прекрасных людей, как мы с тобой, да? Угу. Сегодня хотел видео лепка еще снять. Кстати, да. Папа все еще пароль не дает твой от канала. Давай. Да. Секрет, да, какой-то? Угу, какой-то секрет. На, видео выкладывать. Угу, или камеру поставить. Угу. Очень-очень вкусно. Прямо я вообще так довольна. Так рада, что у меня получилось. Ура, да. Ура, ура. Ура. Я так счастлива. Это счастливо, да. У меня есть ты, на-на-на-на. И говорю мерси, мерси, благодарю тебя, мерси. Тебе налить? Давай допьем, тут чуть-чуть осталось. Вот. Потом захочу, да. А потом мы это, до магазина съездим. До магазина. До магазина дойдем, развернемся и уйдем. Ага. Или Данька сходит. Ой, сходит. Данька гулять ушел? Если что, он сходит в магазин. Молока возьмет. А так-то нам ничего не надо больше. У нас все есть. Хлеб есть. Дань какой-то хлеб взял серый. Я такой не люблю. Мне надо либо белый, либо черный. А какой-то серый.
Отлипается нормально все? Нет. Давай я красиво выложу. Все, она остыла, можно уже ее выкладывать. Я не хотела этот брать. Думала, он горячий будет. А где у меня этот чаша? Вот такая. А, вот она у меня. Она у меня с этими. А. С фруктами. Красивая это такая. С фруктами. Нет, давай в эту перевоз. Фрукты. Фрукты. Что и сюда такое? Положить, да, булки, думаешь? Угу. Булки. Булки, булки. Булки, булки. Блин, не надо тут уже. О, перебирать и все выкидывать. Все говорят, почему ты по две, по три штуки берешь, у тебя семья? Куда брать? Я даже две штуки беру, и вот лежит, лежит. Я вот тупо перебираю и все выкидываю постоянно, блин. Ну и нафиг, да. Хоть вообще не покупаю. По одной надо покупать и все. Так что на всякий случай по два, да, взять. Например, микроволновка, если она дорогая, нет. Она всегда дорогая, да, мам? Микроволновка-то? Угу. Конечно, это же техника. Тяжелая, да? Угу. Вот фрукты опять. Надо выбросить. Там лайм лежит, надо выбросить. И эту грушу у нас есть, ей уже плохо встает. Пока она не умерла, мне ее надо убить и съесть. Угу. Благодарю тебя, Маси. Спасибо, что ты есть. Утки моя маленькая. Утки моя шляденькая. Ой, вот это Вовчика. Пухлиши ты его, маленькие такие. Еще и какой-то диван. Угу. Это у него как ножки, да, такие толстенькие ножки. Топают по дорожке. А это вообще как какой-то цветочек такой. Как цветочек, да? Такой бутончик. Он так же говорит. А где еще моя? Че? Еще моя. Где? Вот две твои толстушки. Первая? Нет, нет, их сверху положим. Сейчас большую положим. Мам, а я всего две штуки слепил, да? Нет, ты много слепила. Я тебе говорю, вот которые вот эти-то были пухленькие. Помнишь, я тебе говорила, что у тебя такие? Нет, у тебя половина твоей. Ты же половину сделала. Половину я сделала, половину туда, конечно, мы с тобой наравне делали. Ну вот и все. Какая красота получилась. Так рада, довольна. И в магазин не нужно идти за этими печеньками. ГМОшными, да? Угу. Как я счастлива. Сейчас заела эта песня, блин. А мы вообще тут караоке орали с Вовкой, да? Угу. Вон даже зарядили микрофон свой. Я вообще про него забыла. А так я давно помню. Помнишь? Угу. Ты мог спросить даже. Я тебе говорю, я забыла. О. А, ну мы же уже показывали, как мы тут пили. Желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны, как будто он тучен, да? Крестьяне, обезьяне лежат. Даже зайчиком. Ага. Пума. Эй, тебя снимают. Такая глаза приоткрыла. Как будто спит, да? Крист. Христос. Ля-ля-ля-ля-ля, бегу. Ну вот, такие булки у меня получились. Такой запах. Вообще просто. Такой Вовка. Короче, так вот.
Такие вот дела. Если куда-то поедем, еще поснимаем. Лежит. А если никуда не поедем, то попрощаемся, да, Вовка? Угу. До завтра. А может и не до завтра. Угу. Ну, короче, всем-всем пока. Всем добра.